Чтобы сыграть в «Форт Боярд», не обязательно ехать во Францию. Аналог популярной игры появился в Люберцах. Организаторы постарались сохранить все лучшие традиции шоу. Насколько им это удалось, оценила наша съемочная группа. И пусть за окном не плещется Атлантический океан, в Люберецком форте так и веет духом французской телеигры. На поиск сокровищ команды зовет паспорту. Тигры грозно смотрят на искателей приключений со стены. Если хищные хранители золота форта – это картинка, то крысы и тараканы в испытании на смелость – самые настоящие. Два ящика. Саня, давай. Как он это сделал? Где мы доставали записки, там было очень сложно. Там было внутри сначала крысы, тараканы, и потом в конце была змея. До золота форта квест длиною в 10 заданий. И объяснять правила здесь ни к чему. Многие испытания – это копии тех самых приключений из телешоу. Обитатели крепости тоже словно сошли с экрана. Вот на поединок приглашает мэтр теней, а старец Фура листает книгу с загадками. Самое простенькое, что достает зубами затылок. Сейчас взяли очень много новых фишечек и стараемся максимально приблизить это к тому, как показывают по телевизору, чтобы ребята приходили именно с такими эмоциями: «О, мы здесь побывали, и здесь реально так, как там». Одно весомое отличие все же есть. Чтобы сыграть «Форт Боярд» по-люберецки, не нужно спешить взрослеть. Занять место в команде можно уже в 6 лет. Чем не повод отметить здесь день рождения или выпускной. Работа в команде, ну это вообще классно. Дети очень веселые. И мы когда бегали, представляли, что это настоящий «Форт Боярд», и все так радовались. Был, ну, командный дух, и это очень классно, погрузиться в эту атмосферу. Не забыли и про взрослых. Верхней границы возрастных ограничений в игре нет. Так что, если вы не знаете, где отметить, скажем, выход на пенсию или корпоратив, подсказываем адрес. Улица Волковская, дом 67. Форт Боярд можно и позвонить. Паспорту ждет звонков по телефону, который вы видите на экране. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.